Насыщенный день со студенческого марша Победы завершился для ветеранов праздничным обедом в Казанском федеральном университете. Гостей продолжили поздравлять сотрудники вуза. Развлекательная программа включила в себя творческие номера представителей КФУ и приглашенных артистов. Пока ветераны готовились к праздничному обеду, мы решили узнать, какое впечатление оставил от себя прошедший марш Победы. Приятно отметить, что некоторые из них принимают участие в мероприятии уже не в первый раз. Например, герой Советского Союза Борис Кузнецов искренне поздравил собравшихся с наступающим праздником, пожелав счастья и неизменно мирного неба над головой. Кстати, несмотря на то, что после войны прошло 73 года, энергичному настрою Бориса Кузнецова могут позавидовать даже студенты. Я видел прекрасную молодежь. Я видел тех людей, которые сегодняшний день сделали великую победу. Это ветераны Великой Отечественной войны. Да, мы сделали много для нашего государства. Такая солидарность нашего студенчества, это же уму непостижимо. Значит, мы со своим народом, со своей молодежью становимся единым коллективом. Это самое главное. На этом праздничные мероприятия в КФУ, посвященные Дню Великой Победы, не заканчиваются. Традиционно и регулярно в институтах университета проходит множество концертов и памятных встреч. А студенты по давней традиции продолжат акции помощи ветеранам и героям трудового фронта. Адель Шамилова, Владимир Нелюбин, Универньюз.